Какая музыка трагичная. Итак, здравствуйте, мальчики и девочки. Продолжаем мы с вами вызов Вульфстона. Вот это, знаете, да, герой, режиссерская версия. О, я вам покажу, прикольная штука. Сам нашел нечаянно. Там, видимо, сами режиссеры прикалывались, сделали свои сценарии. Потом посмотрим, самому тоже интересно. Так, Вульфстон у нас тут закончил городок захватить. Тут что-то он у нас тупо просто идет в город. Вульфстен, да. Ничего он тут, даже что-то ему ничего и не попадается особо. О, что возьмем? А, не, смотри, тут кто-то стоит, бьется. Блин, даже интересно. Это кто это там такой? Вау. Опс. Ага. Вау. Ой. Даже не... Блин, да что ты, камера у меня никак не встанет в нужном положении. О. Во. И что они там делают? Улица. О, слушайте, хороший кадр, мне нравится. Смотри какой. Надо его в видок ставить. Видос ставить. Так, ну что, ну, давай заберем. Оп, камушки заберем. Ой, как удобно-то. Нет, неудобно. Так, ладно, поехали. Угу. Я с этим, что ли, вступил в битву? Слушай, у него тут такая приличная армия, если честно говоря. Так. Стрелки у нас. Ну, давай защитим, пожалуй, да, наших стрелков. Так. Ага. Мишки. Мишки, 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 мишки. Ну что, поехали? О, фигня какая. Так, нет, пока не будет они. Стоят у нас. Стоять. Что-то я никак с этими рунами не разберусь. Во время следующей атаки существует украдь один слот. Да. И что-то они как-то... Не пойму вообще, для чего они нужны. Так, а этот у нас Мишка что делает-то у нас? Ярость, понял. Далее. И какое заклинание? Что бы нам наложить-то? Что бы нам наложить? Какое выражение хорошее. И что бы нам наложить... Ускорение общее. Ускорение. Вообще нужно нам что-нибудь накладывать. А давай посмотрим. Может, мы и так их заколбасим. Ну-ка, стой. Давай, ладно, просто так рубани. Может, и так мы их без всякой... Ману не тратить просто, да? Ждем. Ждем. Ну, блин, зараза, смотри. Вау. Плохо. Плохой урон. 2-3. Да. Со второго раза они, конечно, не набегут. Ну ладно. Так, эти тоже. Мишки у нас. Блин, мишки неплохо бьют. Ну ладно. Может, благословение наслать? Хоть что-нибудь. Вообще мана, конечно, фигня. Не, давай ману побережем для каких-нибудь более решительных битв. Ну, потому что это какая-то... Это не битва, это так себе. Недоразумение. Блин. Ладно. 2-3. Ну, что, мишки? Бьете? А они вас поранят? Нет, на мишки, ладно, пропускаем. Берсерки тоже пропускаем. Я не помню, почему эти не идут. О, пошли, все. Наконец-то. Так, 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 так. О, сейчас берсерки их два раза засандалят. Блин, почему эти все никак не убьют с этими? Так, вот берсерки мне нравятся. Вот это, конечно, ярость берсерка безответная. О, круто вообще. Ну и все, и без всякой магии справились. Замечательно. Итак, пока не забыл, приглашаю вас на сайт heroesportal.net. Заходите, общайтесь, узнавайте много всякой информации по нашим любимым героям меча и магии. Общайтесь в форуме, участвуйте в турнирах, скачивайте огромное количество карт, получайте гигантское просто удовольствие от этой нашей любимой игры. Поехали дальше. Кто-то там что-то мне говорил, что это вообще, говорит, какая-то типа учебная кампания. Верю, ребят, верю, что это учебная кампания. Берется просто очень легко. Бьется как-то вообще непонятно легко все.
Ну, по крайней мере, таких исключительных сложностей, чтобы переигрывать, я, по-моему, что-то тут во владыках Севера, по крайней мере, вообще не испытывал. Так, ну что, давай сохранимся. Ну, вдруг у нас вот эти вот, сколько их там будет? Много. Сколько их много, фиг его знает. Поехали. Итак, шестой день сейчас сохраним. Красный игрок. Это его, наверное, да, ребята-то? Так, сохранить шестой день. Вот все-таки, блин, в третьих героях последовательность мне больше нравится. Сохранений. Давай. Ой, какая красивая карта. Смотри, какие узорчики. Блин, мне прям нравится. Блин, все-таки потрясающая игра. Нет, третий герой, не знаю, вот по самой игре, по геймплей, наверное, мне больше нравится. Но вот эти мне нравятся. По графике. Ну, это просто, конечно, потрясающая графика. Я в диком восторге. Так, также бьем без всякой магии. Магию будем экономить. А, блин. Лучник. А, слушай, так он быстрее, что ли? Да, он... Нет. Я бы не сказал, что он прям намного быстрее. Ждем, ждем. Че у нас эти? А эти у нас вообще ничего, да? А, ярость, броня, большой щит. А, вот этот у нас от лучников хорошо обороняется. Красавец. Так, не будем. Подождем еще. Подождем. Красивый, слушай, ну художники просто. Это вот гениально, да, разработчики, все это вот набрать такую команду, чтобы сделать такую красоту. О, класс, вот что мне нравится, когда они ранят так. Тоже здорово, блин. Вот теперь вообще можно ждать. Да как его? Да как, блин. Забыл выражение, до чего там ждут. Ой. Да загоди какой-то, блин, не помню. Ладно. Так, а эти что у нас? А, эти. Стена из щитов, ё-моё. Большой щит. Стена из щитов. Обалдеть. Так. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Вот теперь ярость. Всех? Почти всех, блин. Мишки. Позор, 61. Вот что-то мишки должны быть вообще супер мощные. А берсерки больше засандали, чем эти мишки, да? Мишки должны были 12, по-моему. А эти 17. Так, вот про что я вам говорил, да? Вот сейчас вот. Искусная магия хаоса. А, так магию хаоса я сделал. Сильная магия призыва. И вот повелитель бурь и величайшая руна. Величайшая руна. Использовать руну второй раз. Количество потребляемых ресурсов увеличится в 3 раза. Угу. Вот руны я вообще пока в них не разбираюсь. А повелитель бурь в заклинании молния. Повелитель бурь. Ну, оговариваюсь я иногда. У заклинаний молния и цепь молний только для первой цели появляется оглушающий эффект. То есть ход отряда существ, в который попала молния, начинается позднее, чем обычно. А вот теперь мы посмотрим, да. Вот повелитель бурь, почему у нас величайшая руна. Про что я вам говорил, да, сворачиваем. Вот повелитель бурь. Повелитель огня. Повелитель бурь к чему у нас приведет? Не к чему, в принципе, да. А повелитель холода у нас потом приведет холодная сталь. А повелитель огня, огненная стена, Армагеддон, огненный шар, вау. И смотри, он взрыв маны, восполнение магии, отряды колдуны. И получает 10 урон за каждый уровень героя. Ага, тайны хаоса. О, прикольно. Блин, не будем мы брать тогда повелитель бурь. А лучше мы возьмем вон сильный маги призыва. Или магию хаоса. Заклинание магии хаоса четвертого круга. Усиливать заклинание магии хаоса. Магии хаоса или магии призыва. Вот магии призыва мне нравится. И вот эта руна. А, так, ну-ка откроем мы. Да, и великая руна. Сильная магия призыва. И искусная магия хаоса. А руна это величайшая руна. Усиливает на... Да. Затраненную стоимость. Короче, берем мы магию призыва сейчас. Крутую. Ладно. Возьму и магию призыва. Мне, я помню, ей пользовался, вот только забыл уже. И что-то там очень круто было. Призывал существ. Забыл вообще, блин. Просто окончательно забыл. А, у меня новых навыков-то не появится. Ну, прикольно мне.
испытываю навыки. Так, а вот этот, я так понял, должен присоединиться, чувак. Да, ты присоединишься к нам? Нет? Сохраним бой. Да вдруг там сейчас какая-нибудь беда начнется, да? Да, принять, конечно, принять. Мастера копья. Так, 2 недели, а мы уже около города, как бы. Да давай сразу, мы все равно сейчас в этом сегодня не захватим, да? Да ладно, все равно мимо иду. Ай, вход в город там. Или что, или сначала городок? Ладно, давай, все равно мимо, потом, блин, лишний раз ходить. Орда, вау. Вот это точно надо сохраниться. Орда, это сколько у нас? Вот орда, по сути, должно быть, ну, просто пугающее количество, да? Это же, орда. Сейчас я посмотрю. Блин, 50 человек, ну, это вот, ну, никак не орда. Хоть ты, блин, обордынься. Ну, точно не орда. Не может быть 50 человек, орда, блин. Ой. Дурят нашего брата. Ну что, берсерки, ну пошли, ладно, вперед, все равно всем надо выходить будет. Выходить и биться по полной программе. Так, потом он у нас, мишки добегут, да, бегут. А эти у нас сюда, может, и этих ударишь. Упс, ой, как хорошо бьют-то. Красавцы, давай. Прям половину. 18. Их. И чё бы на них это? Или без магии обойдемся. Кольцо холода. Так. Вот. У нас просто тупо не было магии призыва. Так, ну чё? Там. 5. В кого ты будешь стрелять? Давай, ну только не в Миш. Блин, сволочь, я так и знал. Твари. Блин. Выстрел в наших самых лучших берсерков. А может, берсерков не выводить? Мишками сходить. Давай попробую. Да жалко берсерков. 3 берсерка. Блин, они мне самые любимые. Давай я переиграю немножечко. Да, 3 берсерка. Я пожалел, блин. Простите меня. Вот такой жмот. Ну, потому что реально берсерков жалко. Так, ждем. Я вообще их просто не пущу на поле боя. Боя. Ага. Вот пусть по этим бьет. Ну, давай. Да. Ну, тут, слушай, то же самое стандартно как бы бьет. Так, берсерки. Ну, не бей берсерков, ну, пожалуйста. Ну. Скотина, все равно берсерков ударил, блин. Падла. Да. Ну ладно. Да обидно, блин, мне так нравятся берсерки. Берсерки и стрелки вот эти вот. Он их, сволочь, забивает. Так, ну чё, слушай, как бы, вау, воу, много отряд, много орда. Вот чё-то как-то орда какая-то несерьёзная. А отряд и много, наверное, тут вообще фигня. Опа, слушай, а вот эти не хотят присоединиться, нет? Адепты, нейтральный. Так, ну что, бьем? Бьем. Не доскакал. Так, следующий день. Интересно, он сейчас нападет, нет? Нет, он ждет, пока я на него нападу. 7-й день. Сохранить. 7-й день сохраняем. Итак. Ну, ты же красивенько как, да? Города, конечно, больше всего мне нравятся. Особенно вот этот с эльфами. Блин, как он называется, город-то? Ага, расскажите мне потом. Ну чё, поехали. Ну ты чё, мне нравится, что тут расстановка войск всегда. То есть... Там надо навык, а здесь без всякого навыка. Блин, да. Ай-яй-кна. А тут, блин, ну тут и ты стрелки, и эти стрелки. Ну чё, будем ждать, пока сами подойдут? А я думаю, надо ждать, пока сами подойдут. А давай.
Вот стрелков мы засандалим. Опс. Опс. Так. Ну что, ускорение на всех? Давай ускорение на всех. Ну, кольцо холода. Вау. У урона 216. Тоже, кстати, неплохо. 216. Карающий удар вообще. Под воздействием заклинания существа впадает в ярость, что увеличивает силу их атаки. Здесь на все отряды. Нападение на 9 и действует. Нападение на 9. Вау. Или кольцо холода засандалит все-таки. Молния 204. Тоже все неплохо у меня так все. Оказывается. Каменные шипы. Или вообще ускорение. Так, ну чё, давай, блин, эти. А кольцо холода как ляжет-то? Ух ты, ты смотри, как здорово-то. Давай кольцо холода засандалим, смотри, насколько. Опс, неплохо. Мне нравится, как кольцо холода шарахнулось. Так. Угу. Сейчас у нас адепт, поэтому эти, потом эти. Мишки у нас сначала будут ходить. Ха-ха. Ну что, тогда ждем. Так, мишки 4-5 заловят, завалят. Потом эти не дойдут, адепты, блин, вот эти все будут по мишкам стрелять. Стопудо будут по мишкам стрелять. Ну давай, ладно. Блин, сволочи какие. Что за заклинание он наложил у нас на мишек? Блин, да почему же вы на берсерков-то? Блин, какого вы на берсерков-то нападаете? Почему? Сволочи. И эти на берсерков. Да ёпарный бабай. Вы знаете, что ли, что они самые классные? Давай. Тьфу ты, блин. И эти опять. Сволочи. Все, маны не осталось. Где бесплатные заклинания, да? Ну, как бы они пригодились-то сейчас. Давай, давай эти двоих, что ли. Блин. Всех берсерков мне забили. Всех. Смотри. Всех, мать вашу, блин. Сволочи. Ну, ладно. Давай. Трех, блин. Конечно, давай без этих, чтобы без урона. Пятерых тоже не было. Блин, слушай, вы всех решили их убить, что ли, у нас? Ну, слава богу, хоть это не на берсерков нападает. Блин. Возьму, конечно, город, только толку-то я сейчас столько этих потеряю. Ага, 4, этих 3-5. А у этих урона сколько будет? Урон 2-5. 3-5 он, а этих, да, лучше, конечно, этих четверых засандалить. Защитим. Блин, все. Блин, берсерков засандалил всех, скотина. Этот один у нас урон 9-12 будет давать, а эти 5, да, лучше, конечно, этих. Ты-ды-твы. А что у меня с медведями случилось? С медвежатками, что он с ними сделал? Скотина. Так. Ну давай. Блин, как я много армии теряю. Так, вы что у меня с медведями сделали? Почему у меня медведи стоят? Так. Как мне все это не нравится. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Еще 5. Ну, наконец-то, мишки пошли. Мишки пошли в бой. Класс. Мишки красавцы. Ну? В ответку. Блин, тут запуталось, даже не видно, что где какое количество.
Все, нет, блин, да что ты, когда вы их добьете-то? Один остался, да что такое, блин. Так, добивай. Все. Город захватил. Ну, ну, у него тоже такая неплохая была армия, скажем так, сразу. Угу. Ну, блин, еще один остался. Так, все, наконец-то. Кто добьет последних? Че, все, выстрелы закончились? Блин, телегу надо. Выстрелы закончились. Блин, там 4 что у него выстрела. Все, ну наконец-то. Блин, берсерков всех забили. За что? Такая армия берсерков, хорошо. 31. А, разгадка тайного. Разведка. Искусная магия хауза. Искусная магия... Так, разгадка тайного и разведка. Ну-ка давай посмотрим, что у нас... Разгадка тайного и разведка. Разгадка тайного, герой автоматический. Если выполнены условия, уровень, владение навыками и т.п. Учит заклинания, использованные героем или отрядом противника в битве. А также может заглянуть в инвентарь противника. Ну, так себе. И что он дает-то? Рунный откат восстанавливает 0.5 мен за единицу знания героя при каждом применении руны. Что-то какое-то странное вообще. А это что, острый ум в начале битвы игры сдвигается на вперед по АТВ шкале. То есть позицию до... Угу. Тоже ничего. Разгадка тайного. А еще что у нас? А, разведка. Разведка-то у нас откуда? А, вот отсюда у нас разведка. А к радиусу обзора обычно радиус обзора 12 и способность видеть точное число существ в нейтральных отрядах, вражеских армиях и гарнизонах, если они находятся в пределах этого радиуса. Если у противника есть способность бесшумный преследователь, точную информацию о его армии узнать нельзя. Так, лучше, наверное, нахождение пути. Место уменьшается. Слушай, лучше, наверное, потом по прохождению пути взять. Потому что нафиг бесшумный преследователь, враг увидеть все отряды. Не. Лучше потом, знаешь что, нахождение пути. Или навигация. А у меня вообще есть нахождение пути? Слушай, а у меня, по-моему, уже есть нахождение пути. Слушай, а у меня, по-моему, есть нахождение пути. Да. Не, лучше я вот эти потом возьму. Путь войны. Пфф. Не, ребят, лучше я потом другой возьму. Так что, все, продвигаю я далее. Не буду вот это брать. Лучше, например, искусная магия призыва. Ау, предел развития достиг. Че, все? Да ладно. Это я в этом сценарии уже 16 уровень, все, до свидос? Блин, какая обидка. Не понял, блин. За что? За что? Так, купить. Откуда у меня столько бабла? Так, ну что, наймем кого-нибудь еще, да? Ох ты, девка какая прикольная, симпатичная. Рунный жрец, боевой дух. Ага. Так. А где навыки ее можно увидеть? Блин. Не видишь. Информация о герое. А, вот, точно. А, так, информация о герое, прикольно. Навыков, а, ну да, у нее начальное образование, да, которое я себе взял. Так, и что она у нас, когда позволяет герою через заклинание других героев? Понятно. Итак. А второй у нас... Вау. Рун тоже рунный жрец. Угу. Ну-ка, ой, стой. Дай-ка вот эту информацию о герое посмотрим. Что у нас? Просто развитое знание рун. А вот это что за фигня? Художник рун. Шансы на успешное срабатывание умения завершения руны вырастают на 25+1% за каждый уровень героя. Блин, вообще пока никак рунами не пользуюсь. Девка мне больше нравится. Симпатичнее. Симпатичнее. Девка. Так, строить будем? Нанимать-то тут есть кого? Вау, есть кого. Есть кого, есть кого, есть кого. Давай построим сначала. Чё мы будем тут строить? У нас так, ратушу, не хватает очков города, понятно. Итак, рынок, сторожевая башня. Ну чё, школу рун будем строить или гильдию магов? Да,
Так, дальше мишки у нас. Что у нас? Давай гильдию магов я построю, что ли. Дальше у нас не хватает очков города везде. Давай гильдию магов тогда построю. Святилище рун. Нанимать жрецов рун. Позволяет. А гильдия магов что у нас? Очков города тоже. Ну ладно, давай, надо нам этих строить. Что у нас тут первый день все равно? Давай гильдию магов нафиг построим. Будут у нас новую магию знаем. Новую магию мы не узнаем. Блин, у нас все это, по-моему, уже есть. Итак, поехали дальше. Что у нас там задачи заобновились? В течение 2 месяцев освободить все жилища гномов. В течение 2 месяцев. Вау. Интересно, они там снаружи тоже есть наверху? Так, Ульсен должен быть захватить все золотые шахты. 2 месяца. Окей. Карта не сказать, что прям такая большая. Угу. Орда, да. Только у нас, блин, сволочи нас там... Блин. Поколбасили здорово. Ну чё, ну давай, ладно, набираем. Какая фиг разница, да? А, надо улучшатель. Угу. Так, ну чё, поехали дальше. Опыт у нас все уже, опыт мы переборщили. Блин, вот эти мне не нравятся. Ай, кто тут? Ладно, потом посмотрим. Давай вот здесь вот возьмем орду вот этих вот стрелков. Так, все сохраняем. Короче, сейчас шахты захватим. Орда стрелков. Ой, тоже как красиво. Вот идет красивые штучки. Ай. Что это за штучки? С цепочками. Красота. Красопупельно просто. В итоге... А, нет, давай. А, кстати, да. А давай-ка, чтоб... А, слушай, а здесь же... Да что ты, вот. Сюда. Сюда, мишки. Сюда. Блин, они все равно сейчас это... Стрелки, короче. Вперед надо идти. Так. Ну, давай. В кого будут стрелки шарахать? Что у нас там с магией-то? Ничего у нас с магией, блин. Просто руби. Магии у нас нема. Так. Блин, один. Слушай, почему эти первые стреляют? Вот эти вот стрелки-то вроде круче. У них, подожди, скорость вроде выше. Выстрел скорость 4, а эти скорость тоже 4. А, они первые в ряду стоят. Логично просто. Даже не поспоришь. Пам, блин. Почему в мишек-то? Ну почему по мишкам? Почему? Блин, еще одного мишку. Почему в самых симпатичных стреляют? Симпатичных. Кстати, можно было, наверное, мишку-то еще одного и не терять. Точно, блин. Можно было вообще мишками не ходить, а потом ходить. Ну ладно, потерял еще одного мишку лишнего. Да. Ладно. Не будем переигрывать из-за одного мишки. О, защитники гор. Еще как примем. Подожди, а это что у нас? А, это дом щитов. Блин, я думал, это шахта какая-то. Даже не посмотрел, чего это. Так, ну что, куда мы теперь пойдем? Я даже не знаю, куда ходить. Ух ты, какие тут ворота. Почему наверх нельзя залезать? Так, ну что. Ух ты, планетарий. Один раз добавляю +1 колдовству. Не посещалось. Пойдем в эту сторону. Ладно, пойдем в эту сторону. Отряд. Блин, нет, я хотел зайти в город.
Сохраним. Хватит нам. Там в городе он должен же ману восстановить. А много у него маны-то? Да кто его знает сколько. У него там сейчас посмотрим. Знаю, знаю, да-да, сколько. 20 маны. Неплохо было бы, да, восстановить ману. В городе. А не хватит у него, чтобы... Ня, только до города хватило бы пробежаться. Ладно, давай тогда загрузим. Пусть он в городе. Все равно сейчас в город нанять на следующей неделе того, кто там есть вообще. Если кто-то есть. А, слушай, и девку просто сейчас, да? Блин, не на что нанимать. Я потратил все деньги. Тьфу ты, блин. Опять переиграть? Да, хотел нанять ее девку. Да, только денег-то нету. Блин, 2500. Да что ты, блин. Ну надо же так по-глупому, блин. Давай сейчас наймем девку. Да надо просто еще одного кого-нибудь нанять. Или нет, или не надо. А я уже нанял, да. Да. Ладно, фиг с ним, на следующей неделе найму. Ладно. Так, на следующей неделе найму. Успеет пошляться. Короче, давай. На следующей неделе. Просто, да, сейчас нанимать. Он все равно хотел на следующей неделе нанять себе воинов. Так что начало недели. Итак, неделя у нас... первый день недели, второй. Первый месяц, вторая неделя. 1.02. 1.02. Сохраняем. 1.02. Слушай, я дальше до второго месяца еще не уходил. А, нет, третий. Вон, да, 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 да. Но это где-то было в другой, да? Так, компании. Блин. Тут ничего не построишь сейчас на данный момент-то. Ха-ха-ха. Дом старейшин. Ну что, идти с такой армией? Да, неплохо, пожалуй. Из внешних жилищ идти бесплатно. Да я их сейчас там и сам возьму. 630, 400. Ну что, давай метатели копья, ладно, возьмем. И построю я, вот что я построю, чтобы денежка приходила. 1000 золотых на данный момент. Хотя нафига? Мне бы надо было мишек строить. Ладно, да что-то денег мало приходит. Поехали. Сейчас вот этих вот еще возьмем по дороге. Ну и пойдем дальше биться. Так. Угу. Успею я за 18. Окей. Сохраним бой. Поехали, поехали. Маги, почему вы не присоединились? Обидно. Пошли, блин, 13. Сволочи, они, блин, живучие такие. Адепты. 80 даже здоровья. Да. Так, ладно. Мишки. Сейчас по мишкам шарахнет, да? Ну, вот давай поедем. Нет? Нет. Блин, вообще сюда шарахнул. Что там, какую-то магию наложил? А что за магию наложил? Блин. Ослепление. Тьфу ты. Он ослепил мастеров копья. Блин, и чем я его снять? Магический стрел, снятие чар. Ну да, есть снятие чар. Божественная сила. Заклинание помогает дружественным частям сразу за большую отдачу. Значение минимального урона, который может нанести отряд времени 10. 10 этих потратит на снятие чар. Да. А чё, какие у тебя варианты? Да. Чтоб стреляли. Блин, никакого урона. Та-та-та-та-та-та-та. Два.
Ну давай, ладно, мишки. Скольких мишек? Вон, блин, тоже двоих. Опс, полечились. Итак, ну что, в кого вы там шарахнете-то? Или тоже опять магию будете? О, покалечил. Клево. Опять сейчас наложит слепоту, что ли, или что? А, нет, по мишкам шарахнул. Мишки, 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 мишки. Мишки, мишки, мишки. Подожди, если... А, слушай, так они далеко. Ну-ка, стоп. Дай-ка я стрельну. Давай. Опс. Клево. Ага. Еще раз стрельну. Давай еще раз стрельну. И эти у нас... сейчас. Ну-ка. Мишки. Нет, еще раз стрельнем. О, мы сейчас так добьем. Смотри, без мишек. Мишек полечили. Блин. Нет, смотри. О, клево. Никакого урона мишкам. Мишки, мишки живы остались. Обалдеть. Так, поехали. Все равно четырех медведей потеряли. Ну что, поехали. Что нас тут ждет? Интересно. Ха-ха. Еще вопрос, в какую сторону идти. Так, ну что, по кругу пойдем. Как я всегда ходил по часовой стрелке, то есть, а, сюда, да? По часовой стрелке. Ну, пошли. Красная ртуть. А, давай посмотрим. Так, опять. Кто там нас охраняет-то? Много. Блин, не пошел. Денег нет, нифига. Так. Вообще не понял. Тысяча. Всего-то тысяча, блин. Ёбарный бабай. Ничего не построишь даже на эти тысячи. Школа рун. Ну давай, руны. Сторожевая башня. Добавлять дополнительный отряд. На рынке вы сможете купить. Здесь что у нас тут? Не хватает ресурсов. Костоломов нанимать. Жрецы. Давай жрецов. Хочу я построить жрецов вообще. На этой неделе попробовать. Правда, не знаю, что получится. Блин, денег вообще просто ноль. Блин, это сера. Вот нужна нам сейчас сера будет, нет? Сохранить. Так, второй день. Ну давай, ладно, сохраним второй день. Может быть, нам придется переиграть немножко. То есть пойти в какую-то другую сторону. Вот, да, золотоносную шахту это было бы вообще неплохо бы сейчас. Да? Получить. Та-та-та-та-та-та-та-рам. Угу. А, до медведей хочешь добраться? А фиг тебе по всей морде. Блин. Медлительность тебе. Медлительность. Блин, у меня так мало маны. Замедление. Уменьшает инициативу, вражеский отряд, заставляет ее реже действовать. Блин, почему никак в этой медлительности? 240 очков. А так у нас 87. Ну чё, шарахнем кольцом холода. 240, 238. Давай молнии шарахнем. Шестерых сразу. Ух, как зло он шарахнул-то, блин. Мишки. Да там все равно, он же все равно будет мишками потом бить. 72, 28, 23. Ну давай, ладно. Еще одного. Медведей наших уничтожают просто со страшной силой. Есть все. Блин, вот медведи можно было, конечно, пожалеть немножко. Предел развития достигнут. Вот тут вообще обида, я не знаю, какая, блин. Да? То есть он мог бы вроде... Так, ну чё, куда пойдем-то? А почему ты здесь у меня как бы и не ходишь? Пойдем сюда, дальше. Или ближе к городу будем бродить. Кругами. Чтобы потом к городу можно было подойти. Да ну тут, по-моему, со всех сторон можно к городу потом подойти. Ладно, пошли сюда.
Блин, непонятно, куда идти. Вот еще бы угадать, да, куда идти. Где прикольней? Давай. Радуга-дуга. Блин. Реально непонятно, куда идти. Слушай, вообще, блин. Так, ну ладно, пошли сюда. Что там, блин, тысяча всего прибавляется. Давай сохраним. Подожди, сохрани день третий. Так, и хочу я посмотреть вообще. Правильно я сюда пошел-то? Может, надо было туда пойти? Нет? Здесь что у нас? Здесь у нас башня элементалей. Вы хотите сразиться со стражами? Здесь что, просто башня элементалей? И что, я тут элементалей буду нанимать? Не посещено. Ну, давай попробуем башню элементалей. Вау! Давай. Что у нас там? Сколько их элементалей? Ух ты, ух ты, мух ты. Нифига себе. Вот это они колданули. Что-то как-то, блин, это... Я даже не думаю, справлюсь я с ними или нет, с этими элементалями со всеми. Да. Так. Вообще они мне не нравятся. 75, блин. Не хочу. Башли элементарий пока. Лемементарий. Не нравятся они мне. Пошли в другую сторону. Пошли сюда. Вот сюда вот пойдем. А здесь кто у нас? Оп! А здесь выход наверх. Ого. Так, я вообще хотел бы по низу сначала прогуляться, да? Посмотреть, что у нас внизу тут творится. Блин, слушай, ну реально надо кого-то нанимать. Похоже, я не справлюсь один. Потому что ну, тут просто разведку надо проводить зверскую. Строить не хватает денег. Тут что у нас? Тысяча дальше. Да, не хватает очков города. Слушай, ну, ничего нету. Короче, блин. Ну и что, под землей идем? Давай, ладно, подожди, давай я загружу. День второй. Второй день я здесь остановился. Я там бился. Да, потом автосохранение. Ладно, третий день, стоп, загрузить. Блин. Да, элементали не хочу. Хочу вот сюда вот сходить. Пошли. Наверх тоже пока. Вон тебе и мана. О! Золотая шахта. Да? Да! Красава, золотая шахта. Класс. Вот чего надо как раз. Что просто необходимо, блин. А мана у нас сколько? Так, а стоп, сколько у нас очков маны? 9. Ну что, хватит нас? Или надо было волшебный колодец? Блин, и стоп, неправильно. Ману. Надо было ману взять. Волшебный колодец зайти. Так, стоп, волшебный колодец. Ну, извините, ребята, вот так вот я переигрываю. Потому что хочу вот так вот. Итак. И сейчас мы захватим... Блин, а я мог шахту захватить. Да что лучше, тысяча или получить... Блин, какая-то вообще тупизм. Ладно. Так, ладно. Попробуем захватить шахту за раз. Ну, потому что лишняя тысяча сейчас бы уже пришла мне. Без волшебного колодца. Уже. Да. Итак, ладно, без колодца попробуем мы решить проблему. Так, и пошли. Ух ты, блин, 20 их. Ну, правильно, тебя там 1000 ждет целая. И магическая стрела, молния. Ну что, магическая... 238 баллов. Или все-таки... А что за осы я забыл? Стойте, урон заклинания. Заклинание призывает рой, наносящий урон выбранного вражеского существа. Мне действует на нежде. Один раз, что ли, только?
Зачем он тогда нужен, если у нас... Вон что, есть чума, ослабление, карающий удар. Вот почему нету ослепления или там забывчивости у него? Угу. Не, давай вот этот больше сейчас. Шарахнет аж трех. Красиво. Так, мишки сходили. И поехали. Ну, хоть один этого дела. Блин, ладно, хотя бы золото будет приходить. А тут там, ну, вообще строиться не на что. Ну, риск как бы, да, сейчас стоит того. Давай ты будешь стрелять по этим, да? Нет? А, блин, у него магия. Тьфу ты, зараза. Он магией стреляет. Божественная сила, заклинание помогает. Ой, магическое ослабление, блин. Давай замедление, чтобы реже ходил. А толку-то? Ну, давай попробуем. Будет реже ходить. Так, потом у нас так. Давай-ка мишки подведем. Мишек поближе. Не будем пока бить. Сейчас еще стрелками засандалим. И тогда уже мы будем... сейчас еще мы их немножко разрядим. Вот, а потом у нас вот мишки сейчас и пойдут. О, даже вот сейчас вот. Так, чтобы они уже не отвечали мишкам. Мишулькам нашим. Ну, потому что мишков и так много побили. Ослабление он хорошо на него. Ну, блин, ну разряжается потихоньку. Как в этом, да, помните, миссия Клеопатра-то? Рушится помаленечку. Стояли они там, город-то валили. Классный фильм, блин. Шикарный. У вас какие, кстати, любимые фильмы? Ой, у меня как настольные фильмы. Это полсекретный материальчик. Посмотрите, не пожалеете. Такая шикарная комедия. Просто уржаться. Вот. И «Автостопом по галактике». Ну, это тоже вообще гениальнейшая вообще вещь. «Автостопом по галактике». Это тоже настольный такой фильм. Знаете, у меня флешка. И на ней два этих фильма. Если когда вот смотреть что-то уже нечего. Или там... Короче... Оп, а зачем я это сделал? Я же уже захватил. Давай в колодец зайдем. И вот теперь... Блин, я уже построил что-то. А я уже что-то построил. Да, нет. Так, наш красивый городок. Что мы тут построим? А построим мы, наверное, тут бойцовский круг дальше у нас. Построим мы мишек, пожалуй. Медвежат. Да, медвежат. Поехали далее. Следующий день. Ну что, прибавим. Блин, почему наверх нельзя? По лесенке забраться, да? Тык-тык-тык-тык-тык-тык, как в этих... как его? Третья. Блин, забыл. Так, сохраним четвертый день как раз у нас. Блин, успею за два месяца, да? Да вообще два месяца, конечно, дофига. Ну, я не знаю, всю карту, наверное, можно обшляться. Как я в этом, да, тогда в Рок Бездны все боялся. Ой, не успею. Ничего, блин, успел. Так, а здесь у нас кто? Фениксы. Фениксы нас наверх не пускают. Давай фиг с вами 150 раз. Так, а сколько у вас тут группа? Так. Надо нам сейчас наверх-то? Блин, у нас вон наверху что? Не, пошли по кругу вот здесь пройдемся пока. Давай. Вдруг тут что-нибудь еще интересное. Блин, вон там еще что-то интересное. Ух, я сейчас тут потеряюсь окончательно. А, кстати. Ну что, девку еще какую-нибудь нанимаем. Так, нанимать пока не на что, некого, нечего. Блин, смотри, тут и мишки уже есть. Угу. Мишки. Так, я не понял, чего не хватает. О, ртути не хватает. Дерева не хватает. А мне вообще, по-моему, дерева, кстати, нету. А здесь просто денег не хватает. Тупо, магистрат. Фак. Дома щитов позволяет вам нанимать воителей. Блин. Твою дивизию. Да эти тоже не наймешь. Нифига, кого построить-то? Ну чё?
Воители. А чем они у нас отличаются? Подожди. А вот у него же есть воители, да? А, подожди. Чем отличаются? Воители. Ярость, броня. Большой щит. Стена из щитов. Жизнь 12. Урон 1-2. А эти у нас... жизнь 7. Урон 1-1. Смотри. Давай улучшим. Давай. Давай нафиг улучшим. А на следующей неделе, возможно, и девку наймем. И нифига не наймем, слушай, опять. Наймем. Да, наймем девку. Но все равно только денег стоит этот. Воитель. Так, ладно. Ну что, пойдем по кругу. Кони бегают по кругу, блин. А, нет, не пойдет он у нас по кругу. Пятый день. Итак, пятый день. Так, сохранить. Пятый день. Не знаю, может быть, придется нам переиграть. Сейчас, знаете, тупо тут как... Раскрытие карт называется, да? Опа. О, мишки. Миски. Много. Угу. Здесь сохранился? Да, сохранился. Что ж я, блин, торможу-то? Слушайте, только что сохранился. Это называется полный эклер. Уже с мозгом. Склеротик. Так, там у нас стоят вот эти вот... Ай, ух ты, нифига себе, сколько их. Так вот подумаешь, нужны ли нам мишки-то? М? Да фиг его знает. Даже урон не нанесет, блин. Обалдеть. А, может быть, ускорение всем общее, карающий удар общее. Может быть, ускорение все-таки общее всем. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Давай общее ускорение всем зашарахнем, нет? Ага. И что-то никто не стал ходить чаще-то. Твою, блин. Да уж. Никто не стал чаще ходить. Тьфу ты, блин. И что теперь? Ну что, охраняем? Блин. Надо было разбить войска. По маленьким кучкам надо было разбить. Ну-ка, стой. И что они будут? Да, они сейчас будут мишек просто колбасить. И эти туда же. И эти туда же, и тем же самым, по тому же месту. Короче, надо было разбить войска. Давай я загружу сейчас. Ага. Загрузить. Сейчас. А вот нужны нам эти мишки-то. Нам бы золото, блин, побольше, а не мишек захватывать. Кстати, что-нибудь построить. А, кого-нибудь нанять. Так, подожди. Давай разбиваем. Метатели копья, да, стоят. Нормально. Вот этих вот мы. Защитники гор. Шифтом. Пам. Почему так мало? Так, вот так два. Делить и так, ой, и также шифтом и делить. Да, почему сразу половину показывает? Делить. Все, поехали. Вот теперь попробуем, да? Сохранить. Так, теперь попробуем шарахнуть. Ну, чтобы эти два, как бы, вот эти два войска встали, а вот эти все-таки защищали. Мишкам помогали. Поехали. А то, блин, у нас медведи одни. Ты ёпарный бабай. Так, ага, ага, ага. А сейчас медведи отведу просто и все, блин. Блин, опять медведи туда, не туда встали. Они сейчас на медведей нападут. А эти даже опять не двигут, им и не помогут. Твою дивизию. Загрузить. Слушай, что у нас за руны там? Еще раз. Ай. Блин. Вот так мы тяжко пробиваемся. Угу. Так, да. Нет, вот, стоп.
Блин, медведи вообще куда-то встали. Вообще всех вытеснили нафиг, блин. Так, всех убрали. Так, двушечка. Итак, вперед, ладно. Ну что, какой вы ход сделаете? Так, да, хитро, хитро, хитро. А, то есть все они как бы до медведей-то достают. А медведи возьмут и отсойдут. Чтобы не все доставали. Сволочи. Стоять. Итак, всем... Не знаю, карающие удары под воздействием существа впадают в ярость, что увеличивает силу их атаки. Давай увеличим силу атаки, пожалуй, да? А давай увеличим силу атаки. Все? Все. Вау. Класс. Ну-ка, стой. И насколько стрелки будут? Угу. 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 Давай вот этих, которые к мишкам ближе. Стоять. И оп, стоять. Бежал ото всех, называется. Так, и еще одного, да? Да. Ну, и как же вы решите эту проблему? А мы вот сюда вот отступим. Так. Опа. Ага, все-таки двоих заколбасил. Неплохо. Так. Угу. Блин, где эти? А, двое. Куда они? А, они только медведи сейчас нападут. Нападут на медведей. Так, угу. Ну чё, маги-то... Так, ладно, давай вот этих вот. И 71. Нет, мы стоим. Вот. Так. Вот так вот сделаем. Чтобы заградить наших стрелков. Так, вы на кого? На медведей, сволочи. Тоже на медведей. За что? Ну почему? 4, 6, 3, 5. Эти раньше будут ходить, да. Поэтому мы их покараем ударом. Так. Блин, зачем? Эти семеро. А, ух ты, у них здорово. О! Вот теперь без этих, без урона. Итак, все, всех заколбасили. Слушай, ну ничего, так в принципе-то прошел бой-то. Опять мишек мы потеряли. Много мишек. Мишек. Так, сохранить. А потому что мы сейчас так добьем. Без потери медведей. Все, все. Так бы мы медведя еще одного потеряли. А так мы не теряем медведя. И окей. И мишки наши. Мишки наши. Берем мишек? Или там что-то строим? Подожди. Блин, я в городе что-то хотел построить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Или нанять девку. А что построим-то? Строить вообще ничего не строится, блин. Тут денег нету. 4000 надо. Ну, будет приносить 2000. Слушай, ну ничего нету, давай хотя бы это. И рынок-то не построишь. Блин, дерева нету. Как так? Ну как так? Так, ладно. На следующий день мне придет 2000. Значит, я могу что сделать? Значит, я могу построить... Чтобы надо, чтобы 2000 осталось. И тогда я... Да, надо, чтобы осталось 2000. Тогда построю... Будет нам приходить денежек побольше. Тогда мы наймем другую девку. Да. Так что возьмем у мишек. Да, возьмем у мишка. И всего 900. Будет у нас побольше мишек. Так. О, дерево нет. Блин, камень. Где дерево? Это что такое? Двухсторонний портал. Нет, пока не хотим мы на этих нападать. Давай вот камушков возьмем. О, кстати, колодец. Тоже неплохо. Ой, что-то у нас тут. А это что такое? Храм горящих недр. Выучить заклинание. Большое здание, построенное гномами возле выхода лавы, дарует знания рунного заклинания первого-третьего круга уровня. Блин, что я вот там дарую? Рунами этими не пользуюсь нифига. Так, ну ладно. Блин,
Какой скучный опять сценарий. Да ладно, весело. Зато красота какая. На медведе, да? Смотри, какая красивая вот эта штука. Медвежья, да? А я... Да блин, ну иди посмотри. Смотри, какая она красивая. Красопупельная. И сам чувак тоже классный. Так, ну чё, ладно, ребят. Налюбовались мы на красоту, блин. Давайте... А, я хочу зайти сейчас всё-таки в городе построить... Хотя бы построить себе магистрат, чтобы деньги приходили. Школу рун второго уровня. Блин, ну вот вообще ничего. Чтобы нанимать, еще там девку сейчас нанять. Давай магистрат построим. Чтобы спокойно и нанимать было прикольно, блин, нам. И девку еще там какую-нибудь нанять, чтобы бродила у нас. И что-то как-то у нас все тяжко двигается. Ладно, ну что... Приглашаю вас, ребята, на сайт heroesportal.net. Заходите, общайтесь, узнавайте много-много всякой разной информации о наших любимых героях меча и магии. Также участвуйте в турнирах, общайтесь в форуме, получайте огромное количество удовольствий, скачивайте гигантское число карт. Там 5000, наверное, больше. Блин, на одной, кстати, из них я играю, буду играть на очень многих картах. Приглашаю вас. Ну давайте, ребята, все, пока-пока.